В Ольский район прилетели белохвостые орланы. Видео в редакцию МТК прислали зрители. Птица занесена в Красную книгу, но часто летом ее можно встретить в этих местах. Среда обитания данного вида ястреба всегда связана с водными просторами. Поэтому крылатого хищника можно встретить близ морских побережий, озер и рек. Орлан-белохвост относится к третьей категории редкости. В нее включены виды и популяции, которые встречаются очень редко, хотя и распространены на значительных территориях. Любые неблагоприятные события могут привести к их быстрому исчезновению. Кроме белохвостого орлана, в третью категорию редкости включены кот-манул, гигантский слепыш, лесной северный олень, якутский подвид снежного барана. Имеются сведения о том, что на территориях России и Норвегии гнездятся около 7 тысяч птичьих пар белохвостых орланов.